Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня мы снова играем в Block Hunt, или, как некоторые уже говорят, Hide and Seek версия 2.0. Игра начнется через 10 секунд, я, конечно, нашел тут некое новшество для меня, и сейчас я его вам постараюсь показать. Если получится. Вот! Вот у нас есть вот такая вот штучка. И тут написано, смотрите. Click block change form. То есть мы можем хоп, и мы вот такой вот блок, по сути, должны быть. You cannot... Ага, мы не можем вписан блок. О, теперь я свинья. Да, теперь я свинья. Я могу ходить, я свинья, меня никто не будет... О, курица, курица. Grass, так. You are now a chicken. Все, я курица. Я вот так вот стану вот тут вот, и буду вот так вот прыгать, и меня никто не запалит. Даже курицам стало странно, что я делаю. Окей, ну тогда давайте, раз даже курицы удивляются тому, что мы делаем, просто уйдем отсюда. Ну нормально так, курица на крыше, это норм, чё. Вот так вот курица будет вот тут сидеть. Так вот крутиться будет. Как курицы любят, то так крутиться, крутиться, крутиться. Так, еще вот у нас есть Speed X. И мы вот такие вот быстрые. Ну, конечно, я не могу показать, как я курица, но... Но это печально, да. Блин. Блин. Ну окей. Не, курицей быть неинтересно. А, давайте поищем что-нибудь поинтереснее. Например, торт. Oh. Я теперь торт. Пам. Все. Хе-хе-хе. Тортик точно никто бить не будет. Тортик нельзя бить. Это противозаконно. Так что я спасен. Так, выпустим фейерверк, выдадим звук и подождем, подождем. Попал? Не, блин. Ну, тортик точно никто атаковать не будет, поэтому я могу просто атаковать их. Не, все-таки натягивать нужно. А, это печально. Печально. Так. Хм. 7 хайдеров. Хантеров, точнее, хайдеров еще 11. Значит, change form. А, и не могу stone block. О, а mellow. Арбуз. Я могу быть арбузом. А головой. Cannot. Это вообще не блок. Ну ладно, давайте станем тортиком. Не, я хочу быть животным. Животным быть весело. Оу. Оу. Например, свиньей. You are now a pig. Отлично. Смотрите, как быстренько блоки восстанавливаются. Ой, курицу зажали. You are now a kitchen. Ге-ге-ге. Оу. Так, выберем свинью. Фак, 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 он нас заметил, он нас заметил. Убегай, 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 убегай. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это уже весело, да. Это уже весело, можно бежать, 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 пока не на... Ага, во-во-во-во. Ага, это кто-то живой. Оу, какая скорость.
Так, скорость миновала. Давайте превратимся в тортик. Никто не запалит тут тортик. Все, я тортик. Ага, это я могу использовать. Я уже напугался, что я не тортик. Вот, все. Прячемся тут. Тут нас вообще никто не запалит. Это стопроцентная информация. Да, я сказал. Оу, чел. Оп. Блин. Вот я хочу по кому-то встрелить с лука. Выстрелить с лука. Так вот, пам. Выдаем звук, выпускаем. И он нас не запалил. Убегаем. Да. Оп. Все. Он нас больше не видит. А мы так без палева. Коц тут. Ге-ге-ге. Вот так вот нужно прятаться. Хорошо, что ник не отображается. Если бы ник отображался, я бы уже давным-давно проиграл. Так. Каменный топор, и вот тот бьет. Ой. Ну, извиняюсь, конечно, но все равно был конец игры, так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем до скорого, всем удачи, всем пока.